Друзья, всем привет, канал BS Trash приветствует вас. Хочу показать, как на телефоне сделать вот такую прокрутку обоев. Обратите внимание, я вот листаю рабочие столы, и задний фон, вот здесь вот в конкретном случае вот это дерево, горы, он как бы немножко двигается синхронно. Вот. Такой эффект интересный получается, динамики некоторой. Смотрите, как это можно сделать. Можно кликнуть на экране на пустом месте пальцем и выбрать вот этот значок обои. Вот, попадете в меню. Либо же войти в настройки телефона. Ползунок шестеренки нажать. Здесь вот обои выбрать. И в то же самое меню попадаем. Здесь выбираем обои, какие нам нужны. Я иду вот в профиль в мой. У меня здесь кое-какие обои сохранены. Вот. Например, выберу вот эти вот обои. Вот такой вот пейзаж. Вот. Видите, установить написано. Пару раз кликаю, ну вот пальцем кликаю на экранчик. Но пока установить не жму. И вот здесь вот в верхнем правом углу прокрутка обоев появляется такой значок. Все. Так, сейчас. Не, я его не включил. Вот. Нажимаю прокрутка обоев. Все, вот он подсветился. Теперь жму установить. Жму, например, на оба экрана. Отклоняю карусель обоев, она мне не нужна. Это такая не очень интересная для меня тема. Все, обои установлены. Возвращаюсь на главный экран. Видите, начинаю перелистывать рабочие столы. И у меня задний фон, он как бы двигается. Чуть-чуть, но это заметно. Просто это обои такие более в перспективе, более отдаленный фон. Вот. Но тем не менее, видно, что движение происходит. Вот такой вот интересный эффект, ребята. Кому было полезно, кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам здоровья, много денег. Всем пока. Пока.